Всем привет! Продолжаем прохождение Тропика 5. В прошлый раз мы остановились на том, да, что с одной стороны было так все удачно, что много, видите, поддержки было, а с другой стороны неудачно, большая была беда с деньгами, да, экспорт был неудачный. Я сказал, что скорее всего начну миссию сначала, но я решил сейчас не начинать, а просто уже как-нибудь попробую закончить, просто попробовать. Если проиграю, я просто сам пройду до этого момента, а дальше с вами продолжим. Вот я немножко сам поиграл, минут 10, да, то есть я снес эти тупые заводы бесполезно, ром снес. Все снес, построил пару плантаций. И я включил запись, именно, видите, перемирие, 1 месяц остался. То есть, по идее, скоро будет война. Мне интересно, смогу ли я устоять. Я построил одну казарму. Это повысим ей бабло. Она сразу улучшить, она мне не на что улучшать. А, новейшая история, ну ладно. Ну что ж, скоро будет войнушка, Орден больше не осталось. может затягивать время президента. Как и предвидел Леон Кейн, захватчики Сисла Рохо скоро нанесут удар. Я надеюсь, что вы успели подготовиться к обороне. Поражение будет означать конец обоим нашим карьерам в Ордене. Победите армию вторжения. Ну что ж, давайте. О, вот это вот уже интересно, нифига там их много. Вот у них еще и танки. Ну давайте, мужики, давайте, let's go. Быстрое строительство я не могу использовать. Мы побеждаем сражение. Ну давайте, мужики. Вообще мне по идее... Вот, ось направила 2 отряда нам в помощь. Да, не забывайте, что у нас есть союзники. Жду приказов! Так, отряд. А интересно, а где ось? Ось, Солдат всегда ось. готов исполнить свой долг! Тут не пишется, Слава да? революции! Но все равно, в любом случае, у нас есть союзники, и мы победим. Это у нас бабло идет в большом-большом минусе. Да все равно вообще. Мы бомжи. Все у нас идет плохо. Ну, это мой косяк, я согласен. Так быстро убили, что ли? И все? И все? Вы с Адрианой одолели незадачливых захватчиков. Было приятно видеть, как хорошо вы сработались. И вновь вы проявили себя ценным помощником ордена. Я никогда не сомневался в вашем успехе, президенте. Вас, Адриан, ждет блестящее будущее. Я победил, все. Какой молодец. Вы видите, о чем я говорю? Что не нужно было начинать заново, а просто закончить эту чушь и все. Фух. Оказывается, все было гораздо легче. Вы видели, что я победил бы 100%. Тем более, я победил бы даже один. То есть, без помощи союзников. Потому что у них было 3 танка, у нас было 6 танков. Потом 2 казармы. А, 1 казарма и 2 форта было. Ну что ж, поздравляю. Поздравляю себя и вас. И начинаем новую миссию. Война – ужасная штука. Она слишком дорого обходится и слишком мало приносит. Орден пытался остановить ее доводами разума, политикой, деньгами, но всякий раз терпел неудачу. Чтобы изменить мир, нужно нечто более сильное. Нужен страх. Необходимо создать новое супероружие. Оно должно быть таким разрушительным, чтобы само его существование положило конец войнам. Есть только один человек, способный помочь нам в осуществлении этого плана. Великолепный Абрам Цвейнштейн. Мне нужно вывести его из той крошечной страны, в которой я держу свои деньги. Деньги любят Твой все. юный ученик, мне О! сообщили, что блестящий ученый, доктор Абрам Цвейнштейн, бежал из Германии и скрывается в Швейцарии. По донесениям моих агентов, Ось сделает все, чтобы его вернуть. Он им позарез нужен для разработки какого-то супероружия. Швейцарцы люди находчивые и сметливые. Сметливые, не знаю такое слово. Они готовы выдать его тому, кто больше заплатит. Однако они требуют столь баснословную цену, что дешевле будет купить всю страну целиком. Что ж, я всегда учил вас мыслить широко. Так почему бы этого не сделать?
Накопить на счете 50 тысяч. 50 тысяч. А у нас 10 тысяч. Нужно накопить 40 тысяч. А, это еще не считается, что у нас на счете, да? Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь нет. Что у нас здесь нет? О, опять это мясо, господи Иисусе. Наш любимый островок. А, это когда торнадо был. Здравствует, независимый тропико. Мы больше не будем носить оковы европейского господства. С этого момента мы будем носить свои оковы, сделанные в тропико. Вива эль президенте! Вива! Ладно. Угу. Здесь все желтая, желтая жижа. Хорошо, я хочу заниматься чисто плантуциями. Голосу только светское государство. Ладно, оставляем голосу только богатые граждане. Война обязана. Так, хорошо, у нас есть 16 тысяч. Я хочу сразу перейти на какао. Какао, какао, каока, какао, какао, каока. У нас есть мясо, да? Мы ничего даже не экспортируем. А, опять все заново, короче, ладно. В любом случае, давайте посмотрим, сделаем так. То есть, чтобы узнать, плантацию возьмем и глянем, где у нас зеленая, да? Вот, мы видим расположенность наших плантаций. Например, какао. Вот, если мы будем строить какао, то вот только в этом месте мы сможем построить. Вот так я смогу. Раз. Два. Нет, два не смогу. Раз. Три плантации какао. И все, на этом игра закончена. Кофе. Кофе у нас раз, два, три. Возьми, подотри. Кукуруза. Та же шляпа, хлопок, ананасы, апельсины, мандарины, сахар, табак. Это ни разу мы еще табак не производили. Прикольно. Табак. Кстати, табак интересная вещь. Он дорого, по-моему, стоит. Подождите, или нет? Ну, неплохо. 1350. Хлопок. Надо подумать. Или все же наш любимый какао. А если то и то попробовать? Сейчас попробуем. Сделать так. Ну-ка еще раз плантация. Давайте сначала сделаем какао. Какао, вот, да, построим какао, обязательно больше, больше какао. О, мы можем попробовать вот так построить. А, он перекрывает, блин. Перекрывает, да? Так, у нас здесь есть золото. О, мы экспортируем золото. Поздравляю вас, герр президенте. Только тот, кто пытается совершить глупость, способен добиться невозможного. Ваше желание прекратить все войны похвалено, но я боюсь, что наши технологии, наше технологическое развитие обогнало нравственное. Вопреки своим постоянным исследованиям, я сомневаюсь, что мы сможем увести человечество с пути, ведущего к самоуничтожению. А, это тот мужик, помните, который должен нам дать супероружие. Молодец. Золото у нас есть. У нас есть золото. Поэтому мы будем экспортировать золото. Но опять же, ничего нету. Как я должен экспортировать? Ничего нету. А что такое бокситы? Что такое бокситы? Хорошая вещь, дорогая. Бокситы. Хлопок. Табак. Вот. Я хотел это глянуть, да. Угу. Значит, можно просто делать табак.
Ой, хлопок есть, смотрите, как прикольно. Ну все, или хлопок, давайте попробуем хлопок построить. Сейчас, секунду, секунду. Хлопок, 70. А, на все, короче, нужно 70. Ладно. Не будем тянуть резину. Поехали. Сначала какао ставим. Я могу сломать дорогу и поставить еще плантации 2. И забить на золото. Ладно, не будем ничего ломать. Делаем вот сюда. Потом сделаем вот сюда. 3. И еще есть что-нибудь? У нас уже стоит, да, плантация? Они должны быть какао, правильно. Какао. 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 Каока. Все, у нас 4 плантации какао. Мясо. Мясо я уберу, я не хочу использовать мясо. Не хочу я мясо. Давай, до свидания, свободен. Так что у нас есть, получается, 4 плантации какао. Можно оставить золото. Золото тоже очень прибыльная вещь, я слышал. Издать закон. Вот, кстати, хороший закон. Очень хорошо помогает фермам. Вот, смотрите, повышает эффективность. Да, издаем. И еще. Ой, вот это вот. Стоимость и наш ретарский счет. Нам, в принципе, это и надо. Наша задача, правильно? Все. Теперь смотрите. Сейчас прекрасное время для Да, 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 дипломатов. да, 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 посольство, правильно, правильно. Бормочет под нос себе пердун. Посольство строим. Нам в любом случае нужно посольство, да, чтобы увеличивать взаимоотношения с союзниками. И чтобы у нас появлялись нормальные торговые пути. Чтобы повышать удовольствие граждан, это, в принципе, несложно. Надо будет построить нам таверну, оперный театр и так далее. Клинику, церковь. Что я хотел, я забыл. Отношения. Так, где там отношения? Автостоянка вообще бесполезный кусок. Хотя, может, полезный. Нет, здесь это лесопилки мы не будем строить. Ром, фу, не хочу. Смотрим, что у нас еще есть. Музей. О, я вот здесь ни разу ничего не строил. А, туризм, да, рано туризм делать. Полицейский участок, больница. Вот, белый флаг, да? Все, мы исследуем это как раз. Это тогда я уберу бесполезный кусок. Вот так. Ну все, ух ты, 34 тысячи у нас. Нифига, я богатый, а? Что у нас с людишками? Есть бездомные, да, у нас? Давайте построим тогда парочку этих. Нам нужно, короче, давайте тогда увеличим бабло. Ух ты, у них уже все на максимум. Конечно, работает 50. А есть улучшение? Нет, улучшения нет. Ладно. Давайте, мужики, работайте, работайте. Так, теперь нам нужно построить парочку домиков. Фазенды, да, вот здесь места полно. Вот наше любимое место. Здесь. Если красота, наверное, да, минус. Она везде минус, как ни странно. Им всегда не нравится что-то. Ага, дом. Потом давайте построим особняк, потому что, видите, здесь, наверное, минус тоже будет. Ладно, поставим тогда особняк где-нибудь вот здесь, вот. Там уже будут, да, жить богатые прыщи. 14 семей, нифига себе, прикольно. Давайте построим парочку общежитий. Ну, общежитие тоже, понимаете, должно быть в самой жопе, как всегда. Здесь хорошее место, здесь вот жопа самая. Поставим сюда вот. Опа. О, 14 семей, давайте.
Пойдет. И для красоты поставим какую-нибудь плюшку. У нас бабла миллионы. О, большой сад поставим. Вот, все, довольствуйтесь. Ничтожество! Все, понастроили мы домиков. Теперь самое главное это все построить. И нам нужно не упустить. Вот что. А, блин. Золото хотя бы не упустить. Ух ты, прикольно. Ну вот я бы делал бы хлопок и какао, и все. И не было проблем бы никогда. У нас ничего нету, мы ничего не можем принять. У нас нету отношений нормальных. Так, все, везде мы дорогу подвели, правильно? Нет, не везде, косяк. По щам мне за это, по щам. Вот такая вот дорожка будет у нас. Гламурная. Нет. Все, здесь дорога есть. Здесь тоже нет дороги. Да что ж такое? Вот так вот. Здесь можно будет тоже что-нибудь поставить, типа вышки. Кстати, у нас ни одной казармы нет, да? Интересно. Или они не нужны вообще? Не, они нужны, чтобы всякие бунты подавлять. Ну, какой садик умадный. Лачуги. Бау-бау. Опять много портов, да, много-много. Угу, какао. Пойдет. Давайте, мужики, какао. Ну, као-каока. Вообще ни одного, смотрите, нету предложения экспорта. Банан. Фигня полная. Все, заданий у нас нету. Вот миссия. Лидер профсоюза, пускай будет. Ля-л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 я. Угу. Все построили, построили, почти построили. И все, 4 плантации. Ну, неплохо. Я хотел бы 6, но пойдет 4. Золото, золото, золото. Да, нам нужно золото экспортировать. Там же столько бабла будет с него идти. Миллиарды, я слышал. Слышал, что будут миллиарды идти. У нас ничего нет. О! Ух ты! Ну что ж, давайте, друзья мои. Так, ставим 2 корабля на какао. Потом 1 корабль поставим на золото. И 1 корабль куда-нибудь еще. Например, что мы можем еще добывать такое легкое? Угу. Вот я больше всего люблю плантации. Моя самая любимая тема. Раньше терпеть не могу. Пристань. Интересно. В прошлый раз мы строили... О, смотрите, зеленые фигнюшки. Прикольно. А я раньше их не видел. Ну, рыба, она очень дешевая, но ее, по идее, много. Давайте попробуем, что ж делать. Попробуем, ну-ка. Не, прикольно. Все, строим, короче, пристань. Вот, прям отображается, да? Надо максимально близко к этой шляпе. Например, вот так вот построить пристань. Где она? На берегу. Ну вот он, берег. Давай, братюня, стройся. Нет, не хочет строиться. Ой, не хочет. Территория не исследована. Ну и пошли в жопу. Да, еще одну плантацию посмотрим. Например, табак. Что у нас здесь есть? Нет. Нужна прям идеальная зеленая территория. Ладно, потом придумаем что-нибудь. В принципе, можно еще железо экспортировать, как вариант. Железо 1800. Ну, давайте еще будем железо. Строим шахту. Опа. Почему бы и нет? И все. То есть, один корабль будет железо, 2 какао и 1 золото. В идеале. Пригласить послов. Кстати, где моя шляпа? Это она? Так мы же даже не исследовали ее. Ёлки-палки. Это будет вечно. Железо, да. Какао у нас есть. Экспорт. Кукурузы и бананы. У-у-у.
Ух ты, 4000. Я могу уже, нифига себе, 4200. 5000, офигеть. Ладно, пофиг. Сталь мне не понравилась, ужасная вещь. Ну чё, у нас два корабля какао, мужики, поехали. Блин, опять местоположение. Да что ж такое? Какао, странно. Ну ладно. Как хочешь. Что у нас здесь? Эффективность повышаем. Рабочий, давайте, мужики, на полную катушку ставим. Давайте тоже эффективность повышаем. Она здесь есть уже. И здесь тоже. Рабочий на полную катушку и эффективность. Все, все деньги потратили, стали бомжами. Но самое главное, что у нас есть три плантации. О! Приветствую, президенты! Я услышал о твоей О! благородной миссии и решил предложить тебе полезную сделку. Нам нужно вывести гениального ученого итальянца, занятого в программе по разработке супероружия для ОСИ. Я бы и сам это сделал, но в случае открытого столкновения его жизнь будет в опасности. Единственный способ вызволить его – это убедить Ось выпустить его за границу. Ось помешана на национальных героях, чем я и воспользуюсь, организовав для него фальшивую Нобелевскую премию. Тебе нужно лишь предоставить средства. Я позабочусь, чтобы во время церемонии награждения его освободили. Блин, и мы будем в минусе. На, Возможности получай. время от времени возникают, но нельзя всегда полагаться на случайность. Тебе нужно научиться зарабатывать деньги самому, мой юный ученик. Есть несколько способов самостоятельно пополнять счет в швейцарском банке. Малодушно называют их бесчестными, но я предпочитаю термин нестандартный. Подсказка. После выпуска указа разрешения строительства, да, это мы сделали. А, ну вот, банки и таможня, да, банки. Ну, наверное, имеется в виду консервные банки. Я пошутил. Ой, смешно, ладно. Банки. Так, где у нас банки? Банки. Где-то я видел банки. Да, я в прошлый раз, когда играл, я видел банку. Такая железная банка. Только много всего здесь. А, на рыбабло, да? Да, бабло. Ну что ж такое-то в Иисусе. Все, хорошо. Бухгалтерия. Где у нас бухгалтерия? О, забудьте, короче, еще не скоро будет бухгалтерия. Так, что у нас с довольствием? Пока у нас не очень люди довольны. Придется им прописать свертухана по щам. У нас все строится, строится. О, 5000, да? Привезли нормально. Швейцарский банк. Хорошо. Здесь что у нас? Где рабочие-то, а? Инвалиды. Быстро начали работать. Вот, 1800. 465. Местоположение не страшно. 266 в итоге. 320, наверное, максимум. Хотя не факт. Нормально. Так, теперь граждане, чтобы они были довольны. Я строю особняк для богатых. Нам нужны таверны. У нас есть таверна хоть одна? А, не важно. Не важно, есть таверна или нет. В любом случае, мы ее построим. Вот и все. Построим мы таверну. Так, где у нас таверна? Таверна, ресторан нам не надо. Вот, таверночку построим сюда, вот. Во, эффективно, смотрите, прикольно. Вау, нифига. Вау! 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 Так это верно будет? Сюда поставим таверну, чтобы люди были довольны. Мы не забываем о людях. Библиотека есть. Средняя школа. 7000 стоит, да? Так, особняк, общежитие, ресторан. Нет, раньше шахта, пристань. А где остальное казино? О, оперный. Во, кабаре. У нас будут рядом вот эта шляпа и кабаре.
Тоже хорошая вещь. Видите, посетители 60. Требуем вам богатство, преуспевающих. То есть у нас уже есть минимум 60 человек преуспевающих. А сколько было? У меня 50... 45 было? Да, стало 50, что ты не обратил внимания. Ну, короче говоря, у нас, по-моему, повысился. Процент, это хорошо. Теперь нам нужно бабло. Сейчас я опять, короче, как в минус влечу. Что у нас здесь есть? Вот это можно и вот это. Нет. Пока мы не трогаем указ, потому что в прошлый раз, когда мы играли в прошлой миссии, да, там было задание повысить удовлетворение едой, да? Как раз вот этот указ очень сильно помог. Ну, толк. Ранние выборы нет. А, ничего пока не трогаем. Нам нужны деньги. А, нам нужно золото найти. Точно, я забыл. Золото, золото. У нас сейчас только два корабля заняты. Еще два свободные. Железо мы не можем. Железо поставим пока что. И золото, и все. Железо строится. У нас только много строится, заметьте, вообще. Так, шахты, кстати, да, мы можем назначать людей, управляющих на шахты. Пока смысла нету. Потому что нам все равно шахта никак не помогает. Что-то мало денег, очень мало. Какао не справляется. Мало-мало денег. Давайте, мужики. Какао, выход 1000. Прибыль 20 тысяч, 2 тысячи, 3 тысячи. 21 тысяча. Ладно, в любом случае, я думаю, какао нам поможет не сдохнуть с голода. Пока у нас идет активная фаза строительства. Вот еще построили шляпу, отлично. Бездомных все меньше и меньше. Требуемое богатство. Бичиха. Вот 51%, видели? Вырос 1%. Как я рад. Я бы один порт вообще бы снес. А, да, если мы снесем, у нас корабля не будет. Кстати, как вам идея построить маяк? По-моему, привлекает, да? Новые предложения. Где он? Нам церкви нужны. Ой, газета нужна, кстати, точно. Где маяк? Он был самый первый. Вот он. Ага, уникален. Маяк. Вот так это вот как-нибудь. Да так нормально, я думаю, будет. Они же объедут, ничего страшного. Все, построили мы маяк. Столько бабла просрали, ну ладно. Нам нужны предложения, мужики, давайте. Где мои предложения? Как рыба, 384. Вот тетя, рыбочка. Нет, нам не нужна рыба. Так, особняк. Вот, видите, уже 4 богача сразу прилепились. Красота. А, минус 12, плюс 5. Ну, понятно, ладно. А здесь еще интересно. Минус 8, да? Они клали на эти растения. Ну, ладно. О, минус 8 тысяч уже у нас, блин, но... Президенты, исследования не задались. Да. У нас сейчас проблемы с деньгами. Что-то мы, наверное, опять зря в минус так сильно ушли. 3 тысячи, вот 11 тысяч. Это все из-за какао, да? И золото немножко. Золото, золото, где же? Ну вот, здесь какао получше будет. Убираем отсюда. Ну, забавно прямо, а? Как это весело. Так. Здесь дороже получается на 75. Весомый аргумент. Так, хорошо, какао экспортируем. Железку. Кстати, железка, да. Строится у нас железка. Давайте, мужики. Где посольство мое?
Так, с кем нам нужны союзы? Давайте глянем просто так, быстренько. Союзы. Ни с кем? Странно. О, золото. А, это импорт, чей туплю. Ладно, все, вот. Офигеть, мы уже можем экспортировать. А где требования союзов? Украшение 8000, матерь божия. Ладно, пофиг, короче. Где посольство мое? А, мы его даже не построили. Ёлки-палки. Да, мы еще даже не построили. Чё это за печихи сидят? Бездомные. Откуда бездомные? Вот же дома стоят. Заселяйтесь. Чё за бред? Ноль. Я даже не могу дорогу построить. Опять мы бичи, короче. Всё. Я так не играю. Новые торговые предложения. Где? Тринадцать тысяч. Во, денежка приехала немножечко. Во! 7000. Надо выйти из минуса. Давай, давай, железо еще, ну. Блин. Я думал, это золото появилось. Као-какао. Као-какао. Кстати, да, здесь еще влияет. Не забывайте, время путешествия. То есть, чем ближе, тем лучше. Минус 5000. Что за проблема? Как дороги нету? Стоп. Я же делал дорогу. О-о-о, это вызов. Все, дорога есть. Железо, да, железо мы тоже. Давай тогда поставим. Что надо от меня? Вот так вот поставим. Ну и улучшим, наверное, сразу. У нас один корабль есть по железу. Опять мы в огромном минусе, но это норма. Так, один корабль по железу. Угу. И менеджер, это у нас вот. Горноперерабатывающих, правильно? Эффективность горнодобывающих. Ну это же горнодобывающие. Угу. Что у нас в итоге с качеством? 155! О, е! Ух ты, у нас уже мы в плюсе, смотрите. Мы уже плюс 8000 было. Ладно, строимся. Что надо опять? Только время имеет ценность, и я чувствую, как оно утекает сквозь пальцы наших... Какие боксисты? Пошли вы в попу с вами, боксисты. Я уже построю всякие банки, да и все, и не буду голову ломать. Где там мои банки? О, лучше бы не спрашивал. Далеко, наверное, будет. Бухгалтерия, 6 исследований. Ну, вот будем исследовать 6 штук и все, и проблем нету. Еще там какая-то пограничная шляпа была, он говорил. Так, сейчас подождите. Пограничная шляпа. Тоже, наверное, деньги, да? Таможня. Взятки. Сейчас организуем. Не волнуйтесь. Так. А, это все на одном месте. Ну ладно, вот и все. Построим то и то, проблем не будет. Еще я буду какие-то бобсисты. Пошел ты в попу, мужик. Отлично. 50%. Опять упадает уважение. Я хочу 60 уважения. Давайте. Вот же я построил. Кобуру. Знаете, что мы сейчас глянем? Мы делаем вот так. Смертность вот так. Голод. А что, им еды не хватает, что ли? Газета у нас есть? Нам нужна газета, нужна свобода слова, правильно? Особняк, да, строим газету. Газеты нету, правильно? Да, газеты нету, строим газету. Свобода слова,
Слово, а не слово. Я же говорю, что я француз, поэтому извиняйте. Давай строим сюда. Газеты. Продуктовый магазинчик. Миссии у нас есть. Давайте магазин построим продуктовый. О, где-то здесь вот рядом с бомжами, да? Вот здесь живут бомжи. Это низшее общество, низшие свои. Ну вот, тоже полезное для, для людей в первую очередь сделал. Умерло от голода 4 человека. Это нормально, абсолютно норма. Хотя я вот не пойму, вот как от голода? Где смотреть голод? Вы мне скажите, кто знает, в комментариях, хорошо? Вот в чем голод измеряется? Вот где здесь голод? Где есть еда? Не понимаю. Пища 38, и чё? Пища. Здравоохранение, видите, смертность. Ну, мало. Поэтому мы сейчас строим что? Мы строим клинику. Давайте, мужики, лечитесь. Рядом с бомжатником тоже. Вот здесь вот построим. Блин, неудобное место. Вот здесь вот построим. А если мы построим какой-нибудь сад? 600 рублей. Ой, 600 долларов. Нормально. Во, вот так вот красота просто. Все, радуйтесь. Радуйтесь. Хорошо, здесь у нас идет все отлично, отлично, отлично. Все, какао мы сделали, мы не трогаем. О, мы можем же менеджеров, да, назначить? Плантация. Эффективность при максимальном бюджете. Смотрите, вот здесь у нас максимальный бюджет, правильно? Вы чуете, да? Самое эффективное это где у нас? Давайте глянем эффективность. 318, эффективность, 319, эффективность. А здесь было 320, по-моему. Давайте назначим... вот 318. Давайте назначим бомжа. По идее, я понял. 328, отлично. Потом, что у нас здесь? Тактик. Не то. Рабочих в здании. Ну, да не здание. Во! Производятся очки исследования пропорционально. Ну-ка, подождите. Во! Горнодобывающий. У нас золото свободно же, да? Да, да. Мы сделаем золото, поверьте. Мы будем самым богатым в этой игре. Где же золото, мужики? О, железо. Ну-ка, подождите. А где я железо экспортирую? А, железо. Я перепутал с какао. Так, все. Смотрим, какао еще раз. У меня какао есть, хорошо. Железо, тысяча, можно еще улучшить. Для этого нам нужна ось. Значит, будем союзниками с осью, да? В прошлый раз они меня не подвели ни разу. Хорошие, короче, человеки. Все, у нас 5000. Сейчас все организуем. Вы не беспокойтесь, самое только главное. Время имеется. Пошел вон, обойдутся. Какие-то условия ставят. Кому ты условия ставишь, молодой человек? Смотрим. Так, да, хорошо. Ля-ля-ля-ля. О, газетка у нас, да? Газета. Но это не управляющее здание. Здесь нам нечего ставить. А что попробуем сделать? Где у нас... Вот. Библиотека. Она нужна для исследований. А давайте мы поставим сюда вот этого вот изобретатель. Исследования. Интересно, получится что-нибудь? Ну-ка, эффективность 100. Ради интереса. Вот, эффективность стала 100. Что такое очки исследования? Я вообще не понимаю. Подождите. Исследования. Очки исследования. Не понимаю. Где здесь вообще очки отображаются? Я вижу просто любое исследование и требуется месяцев. Ну ладно. Опять мы в минусе. Как всегда, всю жизнь в минусе. И мы ждем золото тупое, ждем, ждем, ждем. Золото тупое, ждем, ждем, ждем. Ну что у нас по кораблям? 6 тысяч, 15 тысяч, неплохо. 7 тысяч, 0 тысяч. А, у нас один корабль пустой же. Что надо? У нас есть отличная возможность для бизнеса. Нажиться на чужом горе. Мне нравится. Пошла попу. Нет. У нас есть отличная возможность. Пошла, Попова.
Все, я больше не буду строить всякое говно. Я уже построю нужные мне плантации и буду с ними работать. А строить там, не знаю, плантацию, что там ткань делают? На плантации, по-моему. Или, скорее всего, они делают хлопок, да, на плантации, а потом нужен завод для ткани. Не собираюсь такие затраты делать. Ух ты, у нас еще железо-то есть. Посмотрите, мы же можем экспортировать много железа. Ну, давайте. Один корабль, много железа. Да? Ой, а что здесь было? А, здесь, наверное, рубичиха была, ну ладно. Так, один корабль, много железки. Это хорошо будет. Пам-пам-пам. И сразу здесь можно будет управляющего поставить. У меня еще есть это, горно-перерабатывающий, который увеличивает. Горнодобывающая шляпа. Железо. И потом найти хорошее предложение по железу, да? Золото. Ну и все, и такими темпами мы делаем свои дела. Нам бабла много привезут, смотрите. Ой, как много, ой, как много. 1035 минимум, или 40 даже. Ой. Ну я построю кабаре. Че за фигня, где мое уважение? 55%, 54%, да? Это мало. Мне не нравится. Нет, платное здравоохранение мы не будем делать. Вы глянете, что у нас здесь есть. Нет, не будем. Кстати, хороший это указ, смотрите, да? 50% дешевле. Офигенный указ. То есть вы строите, покупаете эту фигню за 7 тысяч и строите казармы и танковые дивизии, которые стоят по 15 тысяч. Профит. Они будут стоить в 2 раза дешевле. Ой. Так, ну вот на бока. Прибыль, размер зависит. Нет, не будем налоги делать, ну ладно. Нам нужны богатые, да, набитые мешки деньгами. Мы построили, видите, приезжие, 56-60, полный, почти полный. Газета. Газета. О! Газета начинает приносить прибыль. Кстати, первый раз такое вижу, смотрите, первый раз. Прикольно. Платная реклама. Интересно, смотри, доход. Ну ладно, пускай нам газета будет бабло нести. Миллиарды. Где мое бабло? Где бабло мое еще? Я не вижу. 4000. Здесь у нас все на максимум. Почему люди опять подыхают, что ли? Куда он делся? Бич. Так, так. Железо, нам нужно золото, да. И какао. Дорогое. И железо. Ладно, ждем. Все, мы так быстро все построили, короче говоря. Все построили, да? Шахта осталась, и все. Исследование. О, подождите, мы же так и не построили же эту тупую шляпу. Ёлки-палки, посольство нам нужно. Посольство! Вот здесь вот поставим посольство. Крутой домик будет. Нет, приоритет... Не будем ставить приоритет. Союзники высылают вам помощь. 7 тысяч. Где эти 7 тысяч? Я вот не заметил, наверное, ладно. А, вот теперь я заметил. 10 тысяч стало, нормально. Еще нужно для довольствия. Что же вам нужно? Роскошь развлечения. Кабаре, сделал казино. Нет. Ресторан. Давайте попробуем поставить хоть раз. На. Рядом с больницей. Что может быть лучше ресторана рядом с больницей? Это же такой кайф. Президенты, в следующем году тропиканцев ждут выборы. Они мечтают продемонстрировать вам свою вечную любовь и уважение. Возможно, они употребили другие слова, но это не имеет значения. Главное то, что вам надо решить, разрешить им выборы или нет. А еще подумайте, какой член вашей династии? Короче, выборы. Нет, мы разрешим.
Меня. Да, это мое самое нелюбимое. И сразу же упали проценты. Заметьте, было 55 и упали сразу. Союзное командование угодило в щекотливую армейскую базу. Вчера да. В мою дверь постучался прохожий и спросил, не найдется. Что такое? Вот это вот что такое? Вот опять же, кто знает, напишите, где смотрели эту фигню, где религиозное счастье, где довольствование жильем. Вчера в мою дверь постучался прохожий и спросил... Где этот параметр? Религиозное счастье, религия. И где здесь написано счастье? Довольствие на 15. Значит, надо построить... А мессия это тоже относится... А, религиозно. Да, религиозно, мессия. Хорошо, построим и мессию, и церковь. Прямо рядом. Я надеюсь, они не будут конфликтовать. Ну вот, религия. Увидите религиозность. А, вот, все понятно. Какая разница между ними, интересно? Здесь, наверное, качественные, да? Качество! Качество. Во, красотища. Церковь построим и мессию. О, какой прекрасный город. Вот этим городом я доволен. Президент, что надо? Я настоящим требую, чтобы в рамках соглашения... Открыто варианты конституции. Началось. Ранний выход на пенсию. Вот, это вот мы выберем. Иммигранты. Визовая программа. Полицейская. Да, полицейская. Потом построим полицейский участок. Мы сейчас его построим, полицейский участок, и все. Очень много мы понастроили, вы видите, как у нас идет развитие. Самое главное, чтобы бабло хватило. Все, больше мы не строим. Что не нравится вам здесь? Ага, все, построили нам железо. Давайте, мужики, сразу на полную катушку. Сразу улучшаем и нанимаем менеджера. Вот, магнат. Да. Ну и чё, 155, нормально. А здесь сколько у нас? 155. Пойдёт. Всё, мы опять в вонючем минусе, ненавижу. Мой юный ученик, пришло время Швейцарии испытать на себе удары судьбы. Пошёл вон. Только время имеет цену. Пошёл вон, неинтересно мне. Сами всё сделаем, сами с усами. Самое главное опять выйти из минуса. 13 тысяч, 12. Ну неплохо. Золото. Тупое золото, как я его ненавижу. Нет у нас золота, видите, не появляется золото. Да, самое главное построить посольство. Угу. Да, нам еще нужны строения, чтобы бабло воровать. Поэтому мы идем навстречу им. Это у нас бухгалтерия и взятки. Нужно 5 технологий. Ну, поехали. Сталь мне не нужна. Танки нам нужны. А казармы я сделал? Вот это нам нужно. Даже вот так? Вот так сделаем. 25 месяцев этикет. Блин, 25 месяцев. Нет. Вот так, да, сделал. Сначала нам нужны танки. Ну что ж, давай, детка, из минуса выходи. Все довольны? Преуспевающий. Менеджеров здесь нету, да? Да, преуспевающий. Нужно построить школу. Кстати, заметьте, мы построим школу, у нас будет появляться образованные. То есть я буду заходить сюда вот и смогу нанимать образованных. Вы чуете, да? То есть это будет только лучше. Но у нас денег нету, а мы бичи, как всегда. У меня это нормально. Я даже там с минус 20 тысячами выигрывал миссию, так что мне нормально. А прикиньте, следующая миссия будет, мы вернемся на тот остров, и там будет у меня минус 20 тысяч, короче. Это будет веселье, кураж. Давайте, бабло, мужики. Мы еще подключили железо. С железом же все нормально у нас?
Здравоохранение. Железо. Экспорт. Нормально пойдет. Сейчас на счет заработает шляпа. Давай, давай, детка, давай. Прибыль 862. 7 тысяч прибыль. Сейчас пойдет. Уважай мою власть. Пошел отсюда, прыщ. Опять недовольны мной. 53%. Я же настолько понастроил. Рестораны, больницу поставил. Требуем богатства, разорившийся, нормально. Ну давай, давай, бабло, бабло, много бабла давай. Ну, вытаскивай из минуса, вот, минус 5 тысяч. Да, нормально. Еще два корабля едут, давайте, давайте, мужики. Просто мы много строим. Это очень важно. Много строим. 14 тысяч будет? Вот. Минус 2 тысячи. Все, отлично, короче. Мы более-менее вышли из минуса. Ну, минус 3 тысячи это еще нормально. Терпимо. Что у нас с исследованиями? Так, танки. Да, надо построить танки. Если будут танки, все, нам нечего бояться. 58. Хотя бы одну штуку построить. Религиозность. Опять не так. Что не так? Стоп. Я еще не построил религию, правильно? Да, мы строим религию. Давайте, мужики. 5000. Так, железо наполнено. Нам золото осталось. Золото? И какао искать? А, хорошие предложения. А, золото. 3000. Fuck you, Spielberg. 40 ос. Ну-ка, давайте, мужики, поднажмем. Где? Ось. Отлично. От этих снобов, так называемых дипломатов-союзников... Одно бесплатное военное здание, господа. Увы, теперь мне придется выслушивать нескончаемый ор. Бесплатные технологии наугад? Ладно, все сами сделаем. 40, давайте быстрее, успею, не успею, давай. О, все, пошла, детка. Нормально, все. Все, что я хотел, я все сделал. Давай, улучшаем, конечно, улучшаем. Вы о чем спрашиваете вообще меня? Нам нужен менеджер, горноперерабатывающий, строим школы. Улучшаем. Все, не понимаю эту фигню. Смотрите, минус 2, какого фига? А, ну ладно, еще не построили. Давайте строить. Все, идеально. Экспорт какао, железо, золото. Какао бесконечное, железо конечное, золото конечное. Конченное золото. Вот будут кораблики. Интересно, а зачем здесь вот бюджет сделан, я не понимаю. А, вот. А, нет. Не написано, да, смысл. Не хватает рабочих, посмотрите. Вы что, издеваетесь, что ли? Где рабочие, инвалиды? Ну-ка, стоп. Работающие. У нас людей не хватает. Ха-ха, прикиньте, у нас один человек остался. Офигеть, у нас один человек остался свободный. Да. О, торговля. У нас есть возможность повлиять на исход грядущих выборов. Откровенно говоря, это не совсем законно, но я гарантирую, что офигеть. Об этом никто не узнает. Вы видели? Прошло 12 месяцев, я даже не заметил. То есть уже все, выборы прошли, оказывается. Ёлки-палки. Ну, у меня 60%. Мы можем выиграть и без мухляжа. Я надеюсь, что не будет постава, что прям резко возьмет и упадет все. Да? Постава?
Знаешь, что эта игра сейчас задумает? Ну что ж, господа, поздравляю, выиграли уверенно выборы. Мы строим уже 40 лет эти вонючие мессии и церкви. Давайте быстрее уже. Ну, заканчивайся. 60% без проблем. А я вообще забыл про выборы. Вообще забыл. Стали известны результаты выборов. Разрешите мне первому поздравить вас, президенты. Ага. Во, прибыли граждане. Как хорошо, как это хорошо. А, нехватки пищи, подождите. А может, нехватка пищи, это был магазин продуктовый? Наверное, все-таки да. То есть, например, религиозность, да? Скорее всего, она увеличится, когда мы построим эту фигню. Когда-нибудь мы ее построим, церковь? А нехватка пищи, наверное, это даже не плантация, нет, наверное, это магазины. Ну ладно. Давайте, давайте, я хочу больше поддержку, больше, больше гламура, и маникюра, и педикюра. Танки. А мы можем построить бесплатно одну танковую дивизию. Как вам это? Как вам этот вызов? И у нас 17 тысяч на борту. Но у нас ничего не строится. Где там мужики эти? Дальнобойщиков. Ну-ка, что они делают? Супергерои. А, распространение ресурсов. Я так рада, что на острове появилась новая церковь. Иисус научил нас многим важным вещам, таким как серфинг и подставлять другую щеку. Я часто нарушаю это правило и вместо этого бью в ответ, но потом всегда чувствую себя виноватой. Да. Что-то у меня не увеличивается. Крал в мою дверь постучался прохожий и спросил, не найдется ли у меня немного времени, чтобы поговорить об Иисусе Христе. Почему не увеличивается? Такой маленький, такой скромный вопрос. Минус 5. Я не понимаю, короче, все, пишите мне в комментарии. Как эту фигню увеличивать? Я надеюсь, что мессия что-нибудь изменит. Кстати, у нас бабла, посмотрите, 21 тысяча. Мы в огромном плюсе. Золото есть у нас, окей. Какао есть. А, мы забыли похвалить. Похвалить, братюня. Вы хорошие. Я вас люблю. 63 тысячи. Угу. Здесь у нас все хорошо. У нас пришли люди. А что мы теперь делаем, интересно? Мы строим образование. Вы чуете, да? Нам нужны образованные люди, чтобы их ставить менеджерами. Как я понял, если я опять не ошибаюсь, но я по-любому ошибаюсь, ну ладно. Средняя школа и колледж. Ой, извините, я не то нажал. Ну-ка. Я не знаю, для чего очки исследований. Тоже, кто знает, напишите. Я вот не понимаю, какой от них толк. Мы вроде всегда можем исследовать. Поехали, средняя шкала. Ой, сейчас будут школоты. Ой, как налетит сейчас школота. Ой, я боюсь, не хочу ставить. Я боюсь. Ну ладно. Поставим. Сразу будут рядом школа и колледж. Нифига себе. А ему же все равно где стоять, как я понимаю, правильно? О, о, красотка. Вообще красотка. Чтобы школота не заблудилась, мы поставим еще дорожку им. Ну мало ли, сами понимаете, да, могу заблудиться. Так, давай дорожку. Вот такую вот. Нормальную, скромную, прямую дорожку. Все, учитесь. Мы 20 тысяч потратили, да? Нормально, уважаю. 20 тысяч. Да? Колледж 16 тысяч стоит. Просто я что-то немножечко забыл посмотреть стоимость колледжа. Ну, такая маленькая проблемка. Все, мы идем опять в минус. Нет. 17, 14, 5, 3, 20, 30, ну почти 40 тысяч.
Ну что ж, был увлекательный у нас эпизод, хороший выпуск, я считаю. Видите, как мы развиваемся, что надо? Пришло время проверить дух швейцарцев на прочность. Мне интересно, ты мне не интересен. Сейчас я лучше буду потихонечку развиваться, исследую и будем воровать деньги, и проблем нет. Угу. А, ну да, я вот рассказывал. Ну давайте уже все заканчивать, потому что прошел уже час. Считаю, что был хороший выпуск. Мы сделали очень много. Видите, процветает город. У меня сейчас было плюс 20 тысяч. Я, конечно, истратил, но сейчас привезут все. Мы построили школу и даже колледж. У нас будут образованные люди. Это что такое? Участок полицейский. Я его строил для выборов. Ну, маленькая проблемка. Выборы уже прошли. Ну ладно, пускай будет. У нас есть религия. О! Религиозность 8 из 15. Красава, Вася, красава. Теперь будем знать, что за это фигни. Если мы еще эту построим, будет 15, да? Давайте построить, и мы закончим. Заметьте, религиозность, она не сразу повышается. То есть, спустя 18 президент, лет. Мы обнаружили танк. Да, чувак. А что будет, если я скажу, что у меня есть бесплатная... Бесплатная... Где здесь у нас армия? Армейская база! Казармы. А что нам построить? Ну-ка, что из них дороже? А, мы не можем посмотреть. Давайте построим вышку бесплатно, я думаю. Да я пошутил, я же не дебил. Не знаю, или казармы, или... А, армейскую базу мы выполним задание сразу. Далеко у нас здесь находятся армейские базы. Ой, как далеко от города. Что-то мы про это даже забыли как-то. Ой, как далеко. Ой, как далеко. Далеко. Неровная местность. Как же нам запиндюрить, а? И они будут отсюда ехать сюда. Поэтому нужно будет построить вышки. Здесь надо много вышек построить. Вы помните, да, что нападают всегда вот здесь вот. По бокам. С этой стороны острова. Построим вышки, чтобы они их бомбили, а в это время поедут наши танки, поедут красотки. Отлично. Ну все. Все идеально. Поддержка 70%. Учитесь. Это мы еще не построили школу. Ну все, всем спасибо за просмотр. Ждите следующий выпуск.